Для тех, кому вода все еще кажется прохладной, но к водоему тянет, прекрасно подойдет прогулка на теплоходе. Свежий речной воздух и крики чаек за бортом поднимут настроение даже в самую жаркую погоду. В этом убедилась Жанна Алпатова. Трап убран. Канат, держащий теплоход на воде, снят. Дверцы закрыты. К путешествию все готово. Еще в 8 веке река Ока была великим торговым коридором. Она соединяла Москву и Нижний Новгород. В наши дни эта функция осталась, и все же главное – раздолье и красота, которые привлекают не только коренных жителей, но и гостей города. Теплоход мчится по водной глади. Горбатые волны пытаются догнать судно, но не получается. Свежий ветер обдувает лицо. Приятная прохлада помогает забыть тревоги. Намного интереснее прокатиться, посмотреть по природу, чем сидеть в душном кафе, тем более летом. Давно мечтали. Живем в другом городе, приехали, решили покататься на теплоходе. Всей семьей детей покатать. Шанс скользить по водной глади пассажирам дарит Александр Лавренов. Его давняя мечта – большая вода. Но пока до морей и океанов он не дошел. Зато по водным артериям Центральной России находился вдоволь. Некоторые места есть, вот надоедные. А это вот она не надоедает. Хоть мы постоянно здесь ходим, сюда как-то вот сюда тянет. Вот если там поближе, рейс поменьше. Хочется подальше как-то сходить. Очень это интересно. Особенно весной, когда воды много, все здесь заливает, все вот яры. Усталые глаза пристально следят за движением. Вода ошибок не прощает. Здесь свои законы и правила. Красный буй – правый берег, белый – левый. Судовой ход зависит от ветра и солнца, времени суток и сезона. Сегодня надо быть особенно внимательным. Река Трубеж так измельчала, что ходить по ней стало опасно. Очень трудно ходить. Нам вот там в речке Трубеж мы вообще разворачиваться, нам очень тяжело. Приходится как-то где-то в берег тыкаться, где-то корпусом зацепишь, и это, во-первых, небезопасно. Наконец, полуторачасовое путешествие заканчивается. Но капитан говорит лишь «до свидания». Ведь многие после одного рейса навсегда влюбляются в воду и возвращаются на теплоход вновь и вновь. Уважаемые пассажиры, экипаж теплохода благодарит вас, что посетили наш теплоход. Желаем вам удачи, добра, здоровья. Жанна Алпатова, Евгений Ленов, «Вести Рязань».